Саженцы и рассада декоративной георгины Bright Diamond, Delia Caltrum, способны удивить своим необычным окрасом. На белом фоне рассыпаны вишневые штрихи, подобно маленьким следам искорок над тихим костром. Растение среднерослое, относится к группе декоративных георгин. Цветки достигают 13 см в диаметре, отлично сохраняются в срезке. На садовом участке эти красавицы станут украшением групповой посадки, могут оттенить бордюр. Признание цветоводов разновидность заслужила и своей неприхотливостью, способностью расти на различных почвах, хорошо сохраняться в клубнях до поздней весны. Георгина декоративная Bright Diamond – это многолетнее растение высотой 130 см. Георгина прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для дренированных богатых почв. В качестве места выращивания георгины прекрасно устроит открытый грунт. Расцветает георгина декоративная Bright Diamond в месяц июль-октябрь. Цветы имеют нет аромат. Цветок окрашен в белый с вишневыми штрихами цвет. Интересные цветы георгина могут быть до 10-15 см. Георгина декоративная Bright Diamond создал Нидерланды. Создан сорт был год 2009. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.